Всем привет, ребята, с вами на канале FireDog. И сегодня я вас буду учить делать вот такой крутой меч. Ну, для этого вам не нужен только пластилин, вам нужна и фольга. Начинаем. Берете чуть-чуть коричневого. Вот, например, вот столько. Создаете из него вот такую область, чтобы мы могли его поставить на фольгу. На полностью. Вот смотрите, как надо. Вот надо вот так. Надо только вот так. Здесь у вас осталось еще чуть-чуть области, как и у меня. Ну, еще много этого называется. Еще много места. Вот здесь как будто. Вот здесь. Здесь было сейчас... Простите, что я вам не показал. Но для этого нам нужен еще вот такой синий. Яркий, чтобы яркий вам нужен. Не надо такой толстый. Простите, я не угадал. Нужен поменьше толстый, чтобы вы могли, ну, хоть и по тонкому, как настоящий самурайский меч, увидеть. Вот так, вот здесь надо. Вот здесь, да, нормально. Вот так надо поставить. Берете немного синего. Я думаю, много синего. И... Почему не липнется? Не надо побольше пластилина. Нет, надо было меньше. Ладно, оставлю так. Продолжим. Что сейчас было? Я этого не хотел, вы простите меня. Мне слишком плохо. Мне надо продолжать. Вот. Ставим вот такую область. Вот так сильно ставим. Что можно, чтобы был толстым. Вот здесь такая, ну, что можно было вот такая, как моя рука. И у вас пока что, ну, очень мало вы сделали. Ну, для этого, папа, можешь принести, пожалуйста, ножницы? Они мне нужны. Да, конечно. Они мне сегодня... Он ножницы спинали. Я вспомнил, что-то мне тоже надо. Кстати, это моя любимая песня, которую я сейчас тут пью. Сейчас я хочу петь мою самую любимую песню. И это правда моя самая любимая. Что так было синего? Да, нужно побольше. Продолжаем. Спасибо. Они мне скучают. Если что, зачем мне ножницы? Когда вы видите этот меч, то вы видите, что здесь ровно поверхность. И здесь надо будто порезать, чтобы было ровной частью. И в конце у вас будет хорошая область. Давай. Странно идет. Так, вот здесь надо поставить очень много, слишком много. Надо продолжать. Продолжаем. И что не было неровных частей, нужно только ровно. Вот продолжаем. И сейчас я вам скажу один факт про меня. На самом деле я создаю фигурки из пластилина, когда мне еще было 5 лет. Сейчас я серьезен. Мне было 5 лет, мне нравилось делать фигурки из пластилина. Как мне подумалось сделать фигурки? Я обожал пластилин. У меня был очень хороший друг, который мне помогал. Он меня верил всегда. И после этого мы вместе каждый день приходили с коробкой пластилина, брали из дома. И после этого мы играли, мы пили разные вещи. Давайте сейчас мне у друзей все такое, сейчас правда поможем.
делать фигурку с пластилином. Для этого вам надо продолжить и делать вот такую область. Почему так мало? Почему так мало мне поставили? Так мало пластилина мне купили. Офигеть. И равно не получается фигурка. Так, и чуть-чуть потоньше надо. Да, мне нужно поменьше здесь пластилина. Так. Простите, ребят, если вы сейчас сделали, как я, здесь слишком толсто, вам надо переделать. Вам надо поменьше, чтобы было потоньше, что можно было, как здесь. Я посмотрела, здесь надо потоньше поставить. И для этого мы продолжаем делать. И на самом деле, у меня изначально... Сначала было не так много подписчиков. Мой папа, я нашел папин канал еще, когда я еще в 6 марта, да. И мы там нормально так. И это был обычный день, 6 марта. Я обожал этот день, так что можно отдыхать и не идти почти в школу. Но это редко так происходит. Иногда у нас наши мамы говорят с учительницами об моем поведении. У меня хорошее поведение на самом деле. У меня поведение в школе очень хорошее. Ой, ребята, не делайте такие ошибки, как я. Не делайте так криво. Я часто делаю криво, когда я делал этот меч, что мне приходилось его очень много раз. Знаете что? Здесь вот синего цвета должна быть палочка, которую мы ставим, как всегда, здесь. Продолжаем. У меня ровные руки, как всегда. Я только сейчас эту песню сделала. Вот. Это пока что выглядит вообще не круто, как будто пятилетний мой брат делает. Но ему на самом деле 4 года. Пускай мне. Я его не хотела никогда обижать, но он часто меня достает. Я ему хотел всегда помогать. Ну ладно, сейчас мы продолжаем. Вам нужно жирную такую, котлету как будто. Вы здесь уже видите, где вы ставите этот фольгу. Почему я всегда не понимаю, что такое фольга и пенопласт? Честно. Бен, давай говорим ровно. То не говорю часто ровно, я точно на каком слове. Да, здесь, так, вот, у вас так получится, и здесь вам надо побольше сделать, что-то было вот здесь. Вот у вас такая неровная часть, вот это только выглядит так. Теперь мы берем ножницы и ставим вот так. Нет, на самом деле, побольше надо, побольше. Так, побольше здесь область должна быть. Так, вот здесь побольше надо. Надо было пошире сделать. Так, вот продолжаем. Здесь продолжаем. Продолжаем. И как вы должны делать? Так что вы меня не видите? Вам надо вот здесь делать вот такие, чтобы что-то было нормально. После этого вы втираете. Делайте поровнее. Отравняете после этого.
поле. Поле подровнять потом. Так. Вот так у вас получается спустя пару минут. Я думаю, что тоже минута не прошла. Я даже не шатал. Считал. Ой, всегда не говорю правильно какое-то слово. Я на самом деле еще знаю язык. Эврит. Он так называется. Я его не так сильно люблю, так что в нем всегда я часто говорю неточные слова. Я всегда, когда говорю обезьяна, говорю кофик. А надо говорить по-другому. Папа, можешь сказать, пожалуйста, как надо, как говорят обезьяны на эврите? Коф. Спасибо. Вот вы слышали. Из-за того, что я не более знаю русский, так потому что сейчас я был в русском садике 2 года. И после этого, да, в моей стране есть русский садик, я думаю. Нет, не здесь. Папа, когда я был в русском садике, где это был русский садик? В Куарсабе. А, спасибо. Угу. Мы жили в Куарсабе, ты ходил в Куарсабу. Понятно. Да. Ну, это вы поняли. Это так говорю. Это не такое огромное слово. Так что мы же русские. Мы же знаем больше другой язык, чем иврит. Так что, вы же поняли. Так, продолжаем. Что со мной всегда здесь происходит? Главная часть, надо пожирнее. Ой, нет, очень плохо что-то. Так, очень надо долго это сделать. На самом деле, когда я пытаюсь это делать, я всегда стараюсь, что вам было хорошо, и что вы могли понять именно, что я делаю. И мы продолжаем это делать, эту постройку. Простите за то, что вы не видите, у него полезнее. Шершавый пластилин. Создали болезнь и был шрам, убрали шрам. Как всегда, так всегда происходит. Да почему опять шрам этот белый? Всегда что-то белое. Надо продолжить. Надо было ровно. Почему я не могу просто ровно? Болезнь дурацкая у него. Ой, да почему мне? Не торопись, наверное, да? Я не тороплюсь, ты понимаешь. Так, продолжаем. Так, здесь удар. Вот. Нет. Как плохо получилось. Надо снова весь синий цвет всегда я трачу. Каждый день, когда я это делаю, у меня всегда уходит этот цвет, не поднимаюсь. Я чаще всего его беру. Мне надо посмотреть, листина вообще большой. Да, надо побольше надо было. Ой, давай, нормально, ставься. Нормально будь. Мы тебя спасим. Мы будем тебя спасать. Болезнь у него. Понимаете? У каждого пластилина каждая болезнь. Это просто означает, болезнь это просто как будто у него плохо так. Продолжаем. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на меня. Кнопка подписаться внизу. Вы все это уже знаете.
так, брату. И у меня... И спустя... Столько минут прошло, когда это делаю. Столько. Наверное, минут 15-20. Ты закончил или уже... нет? Нет, я же не закончил. Когда я уже пару минут 20-15 от тяжелой работы. У вас такой эффект. И последняя вещь, которую я уверен, ее больше не надо. Моя самая нелюбимая вещь, которую надо делать. Да нет. Так, продолжаем. Нашу постройку надо продолжать. Продолжаем, как всегда. Надо продолжать. Да, надо продолжать. Так, надо продолжать. Сестра, наверное, пришла. Или кто-то? А, да. Продолжаем. Продолжаем эту... Почему я не говорю неточное слово? Странно. Вот так у вас уже получается, когда вы уже много стали, вы уже уверены, что у вас так хорошо стало. И у вас, когда очень хорошая постройка получается, то вы можете смело вот всю неровную часть стрелять. Ой, почему мне так плохо получается? Пап, у меня всегда рвется здесь. Понимаешь, почему? У него что, болезнь? Я думаю, что нет. Или что? Кожаный. Так. Угадайте, ребят, столько мне лет. Три варианта. 7, 8 или 9. Кто сказал 7, то вы не угадали. Я во втором классе, это подсказка. Это моя подсказка. Что, еще не поняли? Ладно, если вы говорите, что мне 9 лет, то вы снова не угадали. Мне 8 лет с половиной. Так, мы уже заканчиваем долголюбимую работу. Так, вот так это уже все получается. Молодец. Простите, у меня был, у папы было ЧП. И мы все уже починили. Простите, но я смогу только 5 минут еще сделать. И вот здесь надо вот здесь вот так сделать. Вот так. И у вас в конце получается. Если вы сделаете чуть-чуть ровнее, то у вас вот такой меч получится. И в конце у вас такой меч получился. И все. И мы делали. Другая серия будет через 2 дня. Завтра. И я вас научу делать вот такого бейбеда. Кстати, смотрите, что ему идет. Если вы не криворукий, то вы сможете так сделать. Ладно, давайте подумаем, что... Если вы не подпишетесь, то он будет очень зол. У него руки такие сильные, которые вас могут сломать. Давайте попробуем починить здесь. Продолжаем создавать это видео. Ну ты закончил, сынок? Нет, еще нет, чуть-чуть. Еще. Вот вам надо чуть-чуть. Вспомнил. Я посмотрел и увидел, что вам надо закончить здесь. И последний штрих. Наконец-то. Вы берете вот так и ставите вот так. И у вас в конце получается вот такой крутой ножик. Вот такой нож крутой. И вы через
снова говорю. Внизу под ролики есть красная кнопка. Подпишитесь, пожалуйста. Я чуть-чуть надо получше сделать. Так. Продолжаем делать все то, что у меня всегда плохо получается. Криво. Да. Вот так. Делаем дело. Мое дело. Да, нет. Почему это так случилось? Продолжаем. ЧП было, мы продолжаем. Это ремонт. И вы поняли, что такой крутой может получиться. Вот такой. Папа, я закончил, можешь его включить? Ну ладно, еще чуть-чуть вам покажу, чуть-чуть мою серию. Чуть-чуть вам еще задаток. Еще что-то помогло. Ты все попрощайся с ребятами, скажи, подписываться. И эту загадку я вам скажу в следующей серии. Всем пока. Вы были на моем канале. Пока.